В детской поликлинике начался капитальный ремонт. Сейчас готовят помещение для проведения работ. В связи с началом ремонта регистратура и некоторые кабинеты участковых педиатров изменили свое местонахождение. Но, как заверила нас исполняющая обязанности заведующей детской поликлиники Мавлюда Абдурахманова, на качестве обслуживания детского населения это не скажется, а сами пациенты с пониманием относятся к таким временным неудобствам. Педиатры работают в прежнем режиме, кабинеты немножко переместили, но как бы неудобств таких особых нет. Все у нас распределено, поэтому информация висит на регистратуре, то есть каждый день мы вывешиваем информацию, где какой участок принимает, расписаны все кабинеты. В связи с тем, что ремонтные работы начались с правого крыла здания, с 24 июля лаборатория по забору анализов переехала в первую поликлинику. Лаборатория временно переехала по адресу Совхозная 100. Значит, вход в здание с торца поликлиники для забора крови, забор кала и мочи идет с торца другой стороны этого же здания на втором этаже. Лаборатория обслуживает только детское население по направлениям участкового врача-педиатра. Время работы с 8 до 9 часов утра ежедневно, кроме выходных. Результаты анализов можно будет забрать на следующий день после 10 часов утра в регистратуре детской поликлиники.